Приветствую всех, Одесса на связи, уже 25 сентября 2023 года. Значит, в 23:54 у нас объявили воздушную тревогу, я об этом сообщал в своем предыдущем видео. Но, значит, была информация о том, что шахиды летят в направлении... Тревогу изначально объявили из-за того, что были пуски калибров с моря. Они полетели в сторону Херсонской области, потом с Херсонской повернули на Николаевскую. И мне так кажется, они, скорее всего, полетели к нам на Одесскую. Вот. И потом буквально сразу после того, как объявили тревогу, поступила информация о том, что шахиды уже подлетают к городу в сторону Таирова, в сторону Черноморска. Вот. Значит, я как-то, честно говоря, проигнорировал тревогу, думаю, да ладно, там летят куда-то на область. Уже давненько на город ничего не летело, если летят, то куда-то туда, или на Затоку, или на юг области, Измаилки, или я. Вот. И тут, короче, начинаются взрывы, начинается работа ПВО, канонада, вот это, громких вылетов, громких взрывов. И я, короче, под вот эти взрывы бежал в укрытие. Сейчас уже сижу в укрытии, взрывов было много, прям на моих глазах было сбитие. Вот, я прям видел, как это происходило. Было очень громко, было очень страшно, я вам так скажу, когда это прям происходит у тебя в зоне твоей видимости. Когда это все происходит, по сути, у тебя над головой. Вот, поэтому сейчас сижу в укрытии, жду отбоя. Надеюсь, все воздушные цели будут сбиты. Но успешную работу видел точно. Вот, а как там будет дальше происходить обстановка, не знаю. Надеюсь, обойдется без прилета. Но, по ходу дела, целей немало, потому что взрывов уже прозвучало большое количество. Я не знаю, 5-6. Что это были за взрывы конкретно, все ли сбить или есть прилеты, я пока не сказать такой информации не могу, потому что не особо разбираюсь, где сбитие, то, что видел сбитие, видел, а где все ли сбитие, не знаю. Короче, такие дела. До встречи. В новых видео будет появляться, обновляться информация, буду сообщать. И да, кстати, что хотел сказать, если объявляется тревога, то ее лучше не игнорировать. Да, бывает такое, что тревога прозвучала и ничего не происходит. Вот. Ну, как сейчас, я думал, так, то тоже, наверное, в городе все будет спокойно, ничего не будет происходить. А по факту происходит. И происходит очень громко. Поэтому лучше всегда на тревогу реагировать.